Привет, народ, как дела? Это Джей. Я Джей. И сегодня я расскажу, зачем использовать поляризационный фильтр. Такие фильтры бывают разной формы. Этот, например, ставится на объектив. А для установки этого уже понадобится компендиум. И поэтому это гораздо дороже. Этот неплох, но этот лучше. Эти фильтры дают впечатляющие результаты, убирая нежелательные блики и отражения в стекле и воде, повышая цветовую насыщенность, обеспечивая великолепное изображение с ярким синим небом. Многие думают, что достаточно сделать голубое небо еще голубее. И это правда. Это работает. Но я покажу вам, как контролировать еще и другие виды отражений. При съемке часов, например. Попробуйте вращать поляризационный фильтр для различных эффектов. Вы увидите разницу. Давайте покажу. Слева часы сняты без поляризационного фильтра. Справа с поляризатором, чтобы избавиться от отражения стекла. Фильтр дал большую детализацию и лучшее качество картинки. Спасибо, что смотрите мои видео. Не забудьте подписаться. И как говорит Арни, I'll be back через 2 недели. Не унывайте, ребята. Всего вам. Пока.